Более 5000 спортсменов из 40 стран приняли участие в Олимпиаде боевых искусств в Санкт-Петербурге. В турнире по семиконтактному карате сборная России, представлявшая европейский континент, выиграла оба командных боя и заняла первое место. В финале была повержена команда США со счетом 2-1. На третьем месте осталась сборная Азербайджана, которая представляла на турнире Азию. В составе российской команды выступал чемпион Европы по карате Зураб Габелия. Всего в программе Олимпиады представлено 30 видов единоборств.